Всем привет! Мы продолжаем знакомиться с новинками на выставке Intergeo. Вот заглянули на стенд компании Sensiv. Она представляет различные датчики для мониторинга. Все эти датчики беспроводные, устанавливаются либо на магнитном основании, либо прикручиваются к стене с помощью специальных кронштейнов и креплений. И дальше информация с этих датчиков передается на специальный блок управления, который также должен устанавливаться относительно недалеко от этих датчиков. И всю информацию от них собираем, система собирает на этот блок управления, ее затем можно уже либо направить на какой-либо другой софт, весь этот поток данных, либо ознакомиться с результатами через веб-интерфейс, специальный веб-интерфейс, который компания также разрабатывает. Все датчики имеют встроенный аккумулятор и различное время работы. Например, вот этот датчик, он самый маленький, и он может работать непрерывно в течение 1 года. Затем его необходимо полностью заменить. Датчики побольше имеют заменяемый аккумулятор. Например, вот этот датчик, он также имеет еще лазерный дальномер и постоянно измеряет расстояние до места, куда мы его направили. В его аккумулятора хватает на 15 лет работы. После этого аккумулятор возможно заменить. В датчиках, которые выглядят вот так же, как вот этот маленький, но побольше, они тоже имеют заменяемый аккумулятор. И в зависимости от размера, их срок службы составляет 3 либо 5 лет. Немного выше на стенде вот представлена базовая станция. Она собирает информацию с датчиков на частоте 2,4 ГГц и дальше уже передает эту всю информацию на сервер. Либо вы можете подключиться к самой базе и посмотреть информацию с датчиков на ней.